Флавия Максима Фауста, Фавста, римская императрица Матрона, дочь императора Максимиана, супруга Константина I, мать Констанция II и Константа. Родилась в 289 или 290 году в Риме. Ее отцом был Максимиан, а матерью Евтропия. Чтобы укрепить союз с Максимианом, Константин I женился на Фаусте и признал ее брата Максенция в качестве Августа. Фауста была причастна к свержению своего отца. В 310 году Максимиан решил вовлечь дочь в заговор против ее мужа. Но она рассказала о заговоре Константину, и убийство не удалось. В том же году Максимиан покончил с собой. Фауста была очень уважаема Константином, и в 323 году ей был дан титул Августы. До этого она носила титул «Благороднейшая дама». Но в 326 году Фауста была убита Константином. Согласно некоторым источникам, она обвинила своего пасынка Криспа в насилии, и Константин казнил Криспа. Но когда выяснилась его невиновность, Константин казнил Фаусту, столкнув ее в горячую воду в бане. По мнению Филосторгия, она была уличена в прелюбодеянии с неким курсором. Некоторые исследователи считают, что Фауста хотела избавиться от Криспа, так как он был соперником в борьбе за власть для ее сыновей. Позже Константин предал Фаусту проклятию памяти. Ее сыновья, когда стали императорами, оставили это проклятие в силе.